Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 42 на странице 51 рабочей тетради по математике для 4 класса автора Маро. Площадь сада 19 200 метров квадратных. 1/10 часть площади сада занята яблонями. 1/5 часть оставшейся площади сливами. Какая площадь сада занята сливами? Давайте мы сначала узнаем, какая часть площади занята яблонями. Для этого 19 200 разделим на 10. Это получится 1920 метров квадратных занято яблонями. Теперь мы узнаем, чему равна оставшаяся часть. Для этого 19 200. Вычтем 1920. 0. Из 0 вычесть 2 не можем. Занимаем 10 минус 2, 8. Из 0 вычесть 9 не можем. Занимаем 11 минус 9, 2. 8 минус 1, 7. И сносим 1. 17 280 метров квадратных. И 1/5 часть этой площади занята сливами. Узнаем, сколько это. Для этого 17 280 разделим на 5. 17 не делится на 5, делится 15. На 5 получается 3. 2 сносим 2. 20 не делится на 5. 22 не делится на 5, делится 20 на 5. Это получается 4. 28 не делится на 5. Делится 25 на 5. Это получается 5. И остается 30. 30 делится на 5. Это получается 6. 3456 метров квадратных занято сливами. Запишем ответ. 3456 метров квадратных. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под